Привет, дорогие друзья! Сейчас я хотел бы продемонстрировать вам борцовское упражнение, которое борцы применяют для того, чтобы крепко держать соперника в захвате, чтобы тот не мог вырваться. Разворачиваемся к сопернику лицом напротив лица. И я, вот делая выпад, подсаживаясь под него, вот, захватываю его за руку и туловище. Вот, прижал его к себе, видите? Плотно-плотно. Если он более крупный, то захват будет более широкий. Если он более узкий, то тогда вот захват надо брать плотно. И из этого положения вот отрываю его, видите, оторвал его, держу крепко в руках, немножко прогибаюсь в спине и спиной начинаю движение. В этом положении соперник вот освобождается, дергается. Я должен держать его на одном уровне, видите. Все, хорошо, становись. Еще раз посмотрите. Вот мы развернулись. Теперь я делаю на другую сторону. Нога делает выпад под него. Можете левой делать, можете правой, как угодно. Но главное, чтобы вы захватывали вот одной рукой под туловище, а второй захватили под руку, видите, с другой стороны. Опять же, прижал его плотно, оторвал и его несу. А он дергается, вырывается, освобождается. В конце борцы бросают назад. Но мы этого делать не будем. Вот таким образом вы разовьете силу, выносливость и крепкость, плотность захвата. Спасибо за внимание. Надеюсь, это поможет вам победить.